Ну, не буду матом ругаться. Странно, странно произошло все. Это, может, звезды там на небе какие сошлись. Будем биться за него. Да, я первый раз на матче, волнуюсь. Всем привет! После нашего прошлого матча со Сморгонью накопилось очень много вопросов, и мы решили сегодня предоставить право задать их самым главным экспертам, нашим болельщикам. Смотрели матч со Сморгонью? Был там. Были. Ну, что скажете? Парни... Ну, не буду матом ругаться. А как вы воспринимаете то, что случилось? Как вообще болельщикам это дается? На самом деле очень тяжело, потом переживается это все. Но всегда есть вера в лучшее. Странно, странно произошло все не в нашу сторону. Ну, в основном, потому что большой перерыв. Как бы мы гостевые матчи играем не очень сильно. То же самое с Неманом, когда проиграли 1-0. Также с вольным клубом Минском 1-1. Три как бы, наших ошибки – это три гостевые матча. 1-3? 1-3 и волшебный гол с центра поля. Неожиданно. Что тут сказать? Ну, бывают такие игры. Вы знаете, это может звезды там на небе какие сошлись, либо еще можно что-то. Можно сказать, бывает недооценили. Но... Вон там Рассадкин злобу затащил, выпрыгивал из штанов. Мы собираемся на Еврокубке. Там у нас достаточно интересные соперники. Будете следить? Конечно, думаю, выйти в группу. Выйдем? Выйдем. Самое, наверное, яркое событие – это как раз-таки европейские матчи. И каждый фанат, особенно белорусский, в наших реалиях очень ждет эти матчи. И у меня билеты куплены. Сами, да. Вот организуйте выезд для болельщиков. Вместе с командой, да? Конечно. У нас, я так понимаю, проходка организовывается за этот. И не знаю, что бы рассказать. Первый раз на стадион гости из Санкт-Петербурга приехали специально на этот футбольный матч. У нас есть капитанка самый сильный. Ну, рифмую. Какие у нас цвета? Самый сильный. Синий-белый? Синий-белый. Бело-синий? Вы первый раз пришли за «Динамо» поболеть? Да. Я второй. Почему решили вдруг прийти и вот свой вечер летний провести именно здесь, на стадионе «Динамо»? День рождения у друга. Вы так решили отметить? Да. Сколько тебе лет исполняется? 15. Ну, классно. Почему вы боитесь? Вы что, не знаете ничего про футбол? Ну, мы первый раз, если честно. Слушайте, сегодня просто какой-то удивительный вечер. У нас очень много людей первый раз. Вы откуда? Вы из Минска? Да. И первый раз пришли на Минское «Динамо»? В основном просто на хоккей ходим на «Динамо». А сейчас там никак, и поэтому вы пришли к да. нам. Почему из всех клубов нашего чемпионата, посвятив свой вечер футбол, вы решили все-таки выбрать Минское «Динамо»? Играет на национальном стадионе «Динамо», да и, в принципе, легендарная команда. Я болельщик со стажем, ребят. Так, подскажите, ребята, первый раз на матч. За кого нужно болеть? За Минское «Динамо». Ну, это понятно, хорошо. Возможно, кого-то нужно выделить особенно. Кому нужна сегодня поддержка? Полицевич. Он не будет на поле. Так. Ты Морозова будешь? Да, будем. Да, Морозов. Сегодня потом еще Квачинский. Квачинский – это Вова, да. Ребятам, пожалуйста, подскажите какую-то кричалку, чтобы они выучили, ну и вот успели на трибуну говорить. Вперед, «Динамо», мы с тобой. Ну, это интересное, конечно, по телевизору. Арио, наше имя «Динамо». Арио, будем биться за него. Да, я первый раз на матче, волнуюсь. А ты чего волнуешься? Я понимаю, футболисты волнуются, тренер волнуется, я волнуюсь, а ты чего волнуешься? Ну, чтобы команда любимая победила. А это любимая команда, но первый раз ты пришел только на матч, правильно? Да. А до этого где смотрел? Иногда на телеке, иногда на тренировках рассказывали нам. А где ты тренируешься? В Воложине. А вот того дядьку знаешь? Какого? Дядьку, он, видишь, стоит, всем что-то подписывает. Знаешь этого? Нет. Ты подходишь, говоришь: «Эй, Серый, как дела?» «Эй, Серый, как дела?» Неплохо, все неплохо. У тебя как? Нормально. Давай смотрим.